Всем привет! Давайте посмотрим его мысли, чувства и действия к тебе. И напомню, что вышел закрытый расклад послания для вас умершего человека. То есть, что душа умершего человека хочет вам сказать. Это в закрытых для спонсоров на YouTube на любом уровне, для спонсоров на Бусти на уровне эзотерическая библиотека. В последнем сообщении в эзотерической библиотеке и в закрепленном сообщении, которое бот прислал вам ссылку, там на чат закрытые расклады ссылка. Поэтому заходите, не стесняйтесь. И давайте начнем мысли, чувства и действия загаданного человека. Итак, король мечей, справедливость и шестерка пентаклей. Ну смотри, что он думает о тебе сейчас? Ну, он думает рационально и логично. Король мечей, он говорит, что он анализирует ваши отношения вот с холодной головой. Он взвешивает все за, все против. Он старается понять, как лучше поступить. И его мысли, они сосредоточены на принятии верного решения. Он рассматривает вот не только свои чувства, но и твои учитывает. Он хочет быть объективным, не допускать ошибок. Он обдумывает там прошлые события, да, пытается понять, как они влияют вот на ваше настоящее. Он стремится к ясности, старается устранить любые недопонимания. И его мысли, они сейчас заняты вот поиском наиболее правильного пути для вас обоих. Он думает о том, вот как ваши отношения вписываются в его планы на будущее. То есть он анализирует вот практические аспекты, да, возможные последствия и так далее. И его мысли, они направлены на то, чтобы вот найти решение, которое будет справедливым и правильным для вас обоих. Ну а чувства его к тебе, они основаны на стремлении к равновесию, честности. И он хочет, чтобы между вами вот все было честно и открыто. Он ощущает, вот, что необходимо установить баланс в ваших отношениях, чтобы были равноправные отношения. Он ценит справедливость, да, равноправие. И его эмоции, они сейчас спокойные и уравновешенные. Он не испытывает там бурной страсти, да, но это не означает отсутствие чувств. Он просто хочет, чтобы вот ваши отношения были основаны на взаимном уважении, на взаимном понимании. И он чувствует, что вот необходимо обсудить важные темы, чтобы вы оба понимали друг друга лучше. И его чувства, они побуждают его стремиться к гармонии. И он готов принять ответственность вот за свои действия, да, и ожидает того же от тебя. И для него важно, чтобы между вами не было каких-то там скрытых обид, недомолвок и прочего. А что он делать пытается, планирует, да, но он собирается сделать для тебя какой-то хороший поступок, да, и какой-то хороший, в общем, что-то хорошее. Его действия, они направлены сейчас на то, чтобы показать свою заботу и внимание. Возможно, это подарит цветы, колечко, вкусное что-то приготовит. Он хочет также вот помочь тебе в каком-то деле, да, поделиться с тобой своими ресурсами он хочет. На это направлены его действия. Это может быть там его время, советы, возможно, материальная какая-то поддержка. И он стремится сейчас установить взаимопонимание и показать, что ты можешь на него рассчитывать. Его намерения, они искренние, понимаешь? Он хочет вот укрепить вашу связь через вот эти добрые поступки, подарки мелкие и так далее. Он понимает вот важность взаимопомощи в отношениях и готов вложить все свои усилия, чтобы сделать тебя счастливой. Его действия, они будут направлены вот на создание равновесия и гармонии между вами. Подписывайся на канал, если ты еще не подписана, обязательно жмякай на колокольчик, и мы переходим ко второму варианту.
Десятка кубков. Рыцарь кубков. И семерка пентаклей. Ну, хорошие карты, я же не могу читать плохо, правильно? И что он думает о тебе сейчас? Он прям вот с глубокой теплотой и радостью о тебе думает. У него сейчас полное эмоциональное удовлетворение и гармония с тобой. И в его мыслях, ты знаешь, вот ты сейчас для него источник счастья и спокойствия. Он представляет себе будущее, где вот вместе создаете вот крепкие радостные отношения. Он рассматривает тебя вот как идеальную женщину, с которой можно построить счастливую семью, там, длительные отношения. И его мысли на данный момент, они наполнены образами вот совместной жизни, где вы там поддерживаете друг друга, наслаждаетесь вот каждым моментом вместе. Он видит в тебе не просто там любимую женщину, да, он видит в тебе надежного друга, с которым можно поделиться там самыми сокровенными мыслями. И в его голове сейчас возникают вот планы о том, как укрепить вашу связь. Он размышляет вот, что вот мог бы он сделать, да, чтобы сделать тебя еще счастливее. И его мысли, они сосредоточены на создании атмосферы любви, атмосферы вот доверия между вами. Он считает, что вы вместе вот можете преодолеть абсолютно все преграды жизненные, да, наслаждаться жизнью в полной мере. Он думает сейчас про вот совместные моменты вот с улыбкой и теплом в сердце. Каждая встреча для него, каждый разговор – это особенный. Ну, для него, я имею в виду, особенное. Он ценит вот эти эмоции, которые испытывает рядом с тобой, и осознает, насколько ты для него важна. Его мысли, они часто возвращаются вот к тем моментам, когда вы вместе проводите время. И это приносит ему радость. Я не знаю, если ты мужа смотришь, что он вот на работе про это думает. Кроме того, он думает еще о совместных планах на будущее. Он рассматривает вот идеи о путешествиях, какие-то совместные начинания, там, про общие жизненные цели думает. Его мысли, они направлены на то, чтобы вот тебя, как говорится, интегрировать в свою жизнь, да, показать, насколько ты для него значима. Но в целом его мысли о тебе сейчас, они наполнены позитивом, надеждой на счастливое совместное будущее. И он видит вот в тебе то, с кем он хочет разделять радости, трудности. И вот это оно приносит ему чувство удовлетворения и гармонии, что он не один. Ну а чувства его глубокие и романтичные по рыцарю кубков. Это рыцарь кубков, он же у нас про влюбленность, про вот эту эмоциональную вовлеченность, про стремление выразить свои чувства. И вот он испытывает к тебе сильное притяжение, желание показать свою любовь. Его сердце в данный момент, вот прям именно сейчас, да, оно переполнено нежностью и заботой о тебе. Он ощущает, что ты вот вдохновляешь его, пробуждаешь в нем вот самые лучшие качества. Его эмоции, они искренние, они идут вот прям вот от сердца. Он хочет быть рядом с тобой, делиться абсолютно всем с тобой, поддерживать тебя во всем. Понимаешь? Он чувствует вот, что между вами существует какая-то особая связь. И его чувства, они побуждают его к действиям, направленными там на укрепление вашей связи. Он готовит там для тебя какой-то сюрприз, да, пишет там сообщения, ну, вот эти, как их, смс-ки. Там хочет пригласить тебя там на романтическую встречу. То есть его желание – это сделать тебя счастливой и показать вот, насколько ты для него важна. Ну, его эмоции, они могут, знаешь, быть сравнимы вот как волна вдохновения. Ты становишься для него музой, которая вот мотивирует его на новые достижения. И он чувствует, что рядом с тобой он становится лучше, и вот это приносит ему радость. Его чувства, они наполнены искренностью и глубиной.
Он вот, знаешь, он испытывает еще желание открыться тебе полностью, поделиться там своими мечтами, своими надеждами. То есть его сердце, оно открыто, и он готов принять такой вот тебя, какая ты есть. Его чувства, они побуждают его быть честным и искренним вот в своих проявлениях. Но в целом по этой карте его чувства, они наполнены к тебе любовью и стремлением к близости. Он искренне заботится о тебе, хочет, чтобы вот, вы вместе строили отношения, которые будут основаны на взаимопонимании и доверии. А что делать он собирается? Он собирается вложить время и усилия в развитие ваших отношений. Семерка Пентаклей, она про то, что он готов вот работать над вашей связью, проявлять терпение, настойчивость. Он понимает, что для построения прочных отношений требуется время и огромное количество старания. Он планирует вот внимательно оценить текущую ситуацию, да, и подумать вот о том, какие шаги нужно предпринимать вот для укрепления вашей связи. Он анализирует, вот, что уже сделано, да, что можно улучшить. Его подход, он практичен и основан вот, на долгосрочной перспективе. Он, кстати, не собирается там торопиться или принимать какие-то поспешные решения. Вот вместо этого он предпочитает действовать обдуманно, чтобы добиться желаемого результата. Он понимает, вот, что вот эта спешка, она может навредить. Поэтому он выбирает путь вот постепенного развития отношений. Понимаешь? Его действия, они также включают в себя вот открытые разговоры о будущем. То есть он хочет с тобой поговорить о будущем. Совместно спланировать что-то. Обсуждение вот важных тем. Планирует. Он хочет убедиться, что вы находитесь на одной волне и движетесь в одном направлении. Его цель, она, знаешь, вот, это создать прочный фундамент для ваших отношений. Он тебе хочет предложить какое-то совместное начинание, которое поможет вам сблизиться и лучше узнать друг друга. Это может быть там совместное хобби, так и более серьезные планы, как совместное проживание предложит. И он готов вот инвестировать свое время, свою энергию, чтобы ваши отношения росли и укреплялись. И кроме того, он проявляет терпение, ожидая вот подходящего момента для важных шагов. Он сейчас в таком ожидании, потому что он понимает, что иногда нужно вот дать событиям развиваться естественным образом. И его действия, они будут максимально продуманными и вот направленными на достижение стабильности, на достижение гармонии между вами. И он также уделяет внимание мелочам, которые вот показывают его заботу. Ну, например, он, как сказать, может вот интересоваться твоими делами, да, поддерживать в трудные моменты, ну, соответственно, радоваться твоим успехам, открыто я имею в виду. Его действия все, они будут говорить о том, что он видит в тебе женщину, которая для него нужна и важна. В целом его действия, они сейчас направлены на работу над вашими отношениями, проявляя там усердие, настойчивость. Его действия, они направлены на создание стабильной гармоничной связи, где вы вот оба будете чувствовать себя счастливыми и уверены в будущем. Ну, примерно все так. Подписывайся обязательно на канал, нажми вот подписаться и нажми на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих раскладах. Ну а мы сейчас перейдем к третьему варианту. Маг. Рыцарь жезлов. И шут. Ну смотри. Сегодня он думает о тебе вот с большим интересом и восхищением, да, потому что маг говорит, что вот ты для него это источник вдохновения и новых возможностей. И вот в его мыслях ты сейчас вот
уникальная и талантливая женщина, которая обладает особой энергией, да, притяжением. И он считает, что рядом с тобой возможно абсолютно все, и ты способна изменить его жизнь к лучшему. И его мысли сегодня, они заняты вот тем, как подойти к тебе и установить более глубокий контакт. Он анализирует ситуацию, да, ищет вот лучшие способы проявить себя перед тобой. Он продумывает планы, вот, как впечатлить тебя там своими умениями, знаниями и так далее. Он уверен в своих силах и хочет показать тебе, что он способен на многое. Он также думает о том сегодня, вот, как объединить ваши интересы и создать что-то совместно. Его вот мысли, они полны идей, там, возможностей и прочего, связанных с тобой. И он видит огромный потенциал в ваших отношениях и верит, что вместе вы можете достичь там огромных высот. Его чувства к тебе на данный момент, они полны страсти. Ну, и энтузиазма, соответственно. Рыцарь жезлов, это же у нас рыцарь огня, и жезл у него, как говорится, готов. Он испытывает к тебе вот сильное притяжение и желание действовать. Его эмоции, они горячие, да, импульсивные. Он прям горит желанием быть рядом с тобой и готов делать абсолютно все шаги, которые от него требуются навстречу тебе. Он ощущает вот этот внутренний огонь, да, ну, я подбираю слова, когда думает о тебе. Его сердце, оно бьется прям быстрее, он хочет поделиться с тобой там своими вот этими эмоциями, да. То есть ты пробуждаешь в нем огонь страсти. Также ты пробуждаешь по этой карте в нем вот этот дух авантюризма, желание пережить вместе там яркие моменты, целоваться, обниматься. И он не хочет ждать. Он готов действовать вот прямо сейчас, в данный момент. И его чувства, они искренние, но они немного вот, знаешь, вот торопится он, поспешный. Он прям полон энергии, он стремится к быстрому развитию отношений, побыстрее тебя затащить в свое логово, так скажем. Ему важно, чтобы вот между вами была динамика, да, движение вперед. И он наслаждается каждым моментом, когда вот рядом с тобой находится. И он хочет, чтобы этих моментов было как можно больше, понимаешь? Но сейчас у него дымится жезл. Я подбирал, но все-таки сказал. Подбирал слова, я имею в виду. Что он собирается делать, да, в отношении тебя? Ну, он собирается сделать смелый, неожиданный шаг навстречу тебе по шуту. Шут вот говорит о том, что он готов рискнуть, да, и начать что-то новое с тобой. Он полон оптимизма, не боится неизвестности нисколечки. Его действия, они будут спонтанными и непредсказуемыми для тебя, но искренними. Но это в отношении сейчас, что он думает делать, да? Он может решиться вот на такой поступок, который удивит тебя. Возможно, там он предложит тебе отправиться там в спонтанное путешествие, да, там, или начать новый проект, ну, или просто сделает что-то такое необычное, чтобы вот привлечь твое внимание, понимаешь? Он хочет принести вот в ваши взаимоотношения легкость, радость, показать тебе вот, что жизнь, она может быть наполнена приключениями. Его действия, они будут искренними. Он, знаешь, он как ребенок. Как ребенок с дымящимся жезлом. Но у него нет задних мыслей там обмануть тебя и так далее. Он не планирует вот долго и не продумывает каждый шаг. Он сейчас действует по зову сердца и жезла. Он хочет, чтобы вы вместе вот начали вот этот новый этап, да, полный там возможностей, впечатлений, интима. И он думает о тебе вот как о человеке, который приносит в его жизнь новые возможности, вдохновение. Его чувства к тебе, они горячие и полные страсти. Он искренне увлечен тобой и хочет действовать, понимаешь? И он собирается сделать вот этот, как говорится, смелый шаг и начать с тобой вот отношения.
не боясь там риски и непредсказуемость, ему все равно по шуту. Но его мысли, чувства и действия, они находятся в гармонии. Он уверен в себе, он уверен в своих намерениях, он готов действовать и не откладывать там на потом, да? И ты можешь ожидать от него неожиданных поступков, ну и предложений, которые принесут в твою жизнь, вот, как говорится, новые краски. Надеюсь, что расклад тебе понравился. И обязательно подпишись на канал, мне это важно, и комментарий оставь. И приходи в проживание арканов и эзотерическую библиотеку. Напомню, что вчера вышел закрытый расклад про то, что душа умершего человека хочет сказать тебе. И это находится в эзотерической библиотеке. И помни, что дед всегда рядом.